важные задачи, которые у нас стоят. Коллеги, вы все видите, у нас зима, слава Богу. ЕДДС нам сейчас скажет, жалоб и обращений по теплу, они фактически носят единичный характер. У нас были по снегу. Еще раз обращаю внимание всех подрядчиков про ответственный подход к уборке. Да, есть разные моменты. Мы с вами собирались, я видел. Есть активисты, которые по 40 обращений сразу аккумулируют. Я встречался с ними и поблагодарил их. Но смысл заключается в том, что там, где вы выходите на связь, подрядчик, территория, активные жители, там сразу получается эффективность прямо на местах. И она чувствуется. Хочу вас отдельно за это поблагодарить, то, что кто-то включился. Но мы не должны расслабляться там, где действительно это обращение звучит. Есть призывы к тому, что нужно обращать внимание еще на более качественную уборку. Я отдельно погружаюсь и смотрю процент выхода техники на линии. То есть мы должны с вами быть всегда дисциплинированы. Если мы говорим, что такой-то процент, в данном случае минимум 100, да, он должен быть, он должен. Другого не дано. Если мы говорим, что выпадает дополнительное количество осадков, то мы должны объявлять еще дополнительную мобилизацию. У нас должен быть резерв. Если мы говорим, что должно быть такое количество дворников в приоритете, то дворник должен быть, и спецодежда быть, и инструменты, и техника, и возможность мобилизации. Я хочу еще раз обратить внимание на ответственный культурный подход уборки снега. Вот даже сейчас ехал на работу, вот Мосавтодор, молодцы, едут, убирают прибортовку. Куда они ее кидают? Сереж, ты же видел, согласись. Ты считаешь это правильно? Грязный снег кидать через забор за дорожку, которая находится на этой стороне. Какой-то бескультурье. Мне кажется, рядом бы поставили амкадор или создали бы 10... Ну, вы же грязь не кидаете? Вот я вам пример, когда мы весной начинаем в субботнике работать. Прибортовку, грязь, мы же делаем кучки, да? Дальше собираем. Мне кажется, здесь же такая же должна быть культура. Там, где грязно. Согласны? Одно дело бы, если бы чистый снег был бы, но чистый они не будут кидать, потому что там уже их КДМ-ка снесет. Обратите на это внимание. Я про культуру. Есть моменты, которые ну, в бескультуре ведет. Они работают, как им скажут. Кто-то должен им подсказывать. Да, принято. Ладно. Очень важно. И важна другая история, ребят. Я подрядчикам хочу сказать всем. Обратите внимание, и Михаил Сергеевич, вам говорю, и Алексей, вам говорю, но Сергей, и вам, и всем начальникам территории. У вас во дворах в большинстве своем за двор отвечают подрядчики. Эта работа должна идти совместно с управляющими компаниями. Да, что я вижу и что мы видим? Это сейчас пока снега нет. Щетка проходит, да? Она проходит по периметру внутриквартальной дороги. У меня вопрос, Михаил Сергеевич, к вам. А рядом парковка, на которой стоят машины, она же входит в обязательство подрядчика убираться, да? Входит. Вот когда вы закрываете КАЭСки или подтверждаете результат работы, вы на это обратите внимание. Я просто к чему? То есть очень важно все-таки двор, чтобы двор убирался. Да, слава богу, техника начала доходить, мы это мониторим, видим по системе, и щетка туда заходит. Но эта щетка каждый день, если будет снег мести, она создает определенные бордюры. И по колесу машины припаркованной, которая не так часто уезжает, все видно. А которая уезжает каждый день, дальше вот эти слои наступают. И как только оттепель дальше наступает, начинается что, с которой вы боролись? Каша. Каша должна быть в детском саду, понимаете? А не у вас в производстве работ. Поэтому на это обращаю пристальное внимание. Здесь нужно еще с умом и по-хозяйски погрузиться в процесс, как это сделать эффективно. Я обращаю внимание на парковочные места во дворах. В этом, к сожалению, был бардак. Более того, это сейчас даже можно посмотреть, как они убраны там до асфальта. Нужно проехаться, промониторить. Поэтому, пожалуйста, прошу, с сегодняшнего дня организуйте такое инспектирование и мне предоставьте данные вторник, вот среда, к завтрашнему дню, у кого какая ситуация именно по подрядным организациям. Обращаю на это внимание. И управляющие компании на это обращают внимание, о том, что вы должны к себе придать значение, о том, что в вашем дворе парковки также должны быть чисты. Я, пожалуйста, прошу мне также давать обратную связь в части того, где мы не дорабатываем, а где, наоборот, хорошо.